Всем привет, ребят, с вами Титан, со мной Вячеслав Трин. Или же просто Амар. И да, я буду проходить пятницу 13-е. Эту офигенную игру. Да. Она, надеюсь, всем понравилась. Да, она такая новенькая, я ее тоже обозревал. Я, может, сделаю пару еще частей, а потом уже удалю ее. А чего? Советую вам эту игру тоже. А я ее пройду до конца со своими подписчиками. Да, я не буду. Ну ладно. Ну, тебе ее, ты. Тогда не зря я ее закачал, чтобы потом нашли у кого-то прохождение до конца. Вот вам тоже советую посмотреть мое видео, называется «Привет, пятница за раз». Ну да. Играть. Вот тебе удачи, короче, я тебе буду. А я ее сам, помнишь, я тебе помню? Да, один уровень. Просто я там не знал, что там клеточка была. Классический Джейсон. Идеальный маньяк-убийца. Этот образ всегда в моде. Давайте. ПЖ? Отменно. Давай Р. Во, Р. Мясорубка. Мясорубка на хрустальном мозге. Это наоборот. Ну ладно. Джейсон, солнышко, ты должен отомстить всем там. Не помню, я ничего не слышал. На! Назад. И все? Да. Сейчас. Еще появится. Изи. Теперь. Изи. Попытайся по ней попасть. Пока что. О, ты успел. Вау! Ой, как у меня не получалось еще ни разу. А это же не без напряжения. Чего? Я написал первую часть, но я... Какие мерзкие туристы. Пойди туда и покарай их. Я скачаю... Джейсон. Я сейчас пойду в эти уровни и удаю его. Ну, то видео еще сохранится, если что, вы можете еще посмотреть. Да ё-моё. Да блин. Это не она перематывает. Если она перематывает, значит, он это не мог. Я буду сейчас такую жопу, что ты уже выйти не можешь, понял? Ну, я типа настолько не понял. Типа, что за фигня? Не, я не знаю. Так, а я понял. Ты понял? Да, иди вверх иди. Да не, я не хочу подсказки. Все. Я, кажется, понял. Да, иди вверх. А что я сделаю? Да блин. Как мне попасть сюда? Вот, иди сюда. Вот. Иди. Нет, не сюда, боже. Я знаю. Начал вперед. Я знаю. Вот, да. Теперь это такая стена, теперь я могу. Я понял, что делать. Я сам понял. Спасибо. Вот камню. А, все. Вот теперь. Она должна пойти в конец. Да, она конец будет. Промахнусь. Тебе везет. Я вообще не одного. Худшее позади. Уровень 3 из 13. Эта игра очень легкая. Покарай их за то, что они с тобой сделали, Джейсон. За то, что они убили, сделали со мной. Убей за маму. Ну да, мама же такая прям добрая. Ага, очень добрая. Родная. Самая добрая мама в мире. Еще сразу видно, Джейсона любит. В скобочках нет. Короче. Как к нему пройти? А я уже понял. Ты серьезно? Да. Иди вперед, когда зайдешь. Да сам я тут не пришел, я еще пойти не мог. Я сам его прошу. Да. Это я. Я сам его тебе прошел. Да, блин. А я даже запомнил это наизусть. Это да, иди. Как я это сделал? Я помню. Блин.
сам забыл уже. С другого боку. Правильно? Правильно. Правильно. Ну, я хотел не к нему, а к этому дружку вообще. Вперед тебе иди. Ну, типа, я тебе прошел его, а не этого дружка. Типа, вот это я не понял дальше. Дальше. Нет, мы поняли. Мы что-то пошли как-то это, я уже просто забыл. Ну, это ты уже сам. Да, это я уже... Не, это я не сам пошел, это... А, хотя да, я сам пошел. Ну, как-то... Это стоп. Как это, прости? Вы серьезно? Нет, это не... Я даже... Это нельзя. Может, он просто должен как-то убежать или что? Я понял, я походил. Я так понимаю, он должен... Да и нет. Вот, я сейчас тоже убежу. Да... Вот так? Так. Я пытаюсь сделать неплохо. Да ё-моё! Я пытаюсь сделать неплохо. Амар, ты видео будешь снимать? Ты серьезно? Не, я не буду. Я поставлю экран, вот это не будет. Давай, давай. А потом удаю. Амар, помоги. Я бы забыл уже, когда это проходит. Так, а, может тебе потеряться? У тебя какая-то новая вещь в инвентаре появилась. Да? Да. Давай кулак. Я Леха хочу кулак. Давай кулак, он тоже. Я тебя зарядить могу, братух. Надь, дай его. Почему это с первого уровня начинается? Я бы что, пойти и смог? Реально? А, нет, ловить 4 из 13. А, нужно пережить 13 ночей. Да ё-моё, у меня башка болит. Вы серьезно? Ну и на этом закончится наше видео. Что произошло? Я куда-то нажал, и все заново. Вы серьезно? Амар, помоги. Идем. О боже, какая штука. Да что ты? Я просто клацаю. Серьезно. Ага. И вот он. Значит, нужно попасть по ней. Ё-моё, ребята! Подскажите, вы не проснулись с ноги. Амар, как мне вот это пройти? Не знаю, я пошел, я как-то не забыл уже. А ну-ка, можешь попытаться перепройти? Я не знаю, у меня не получится. А, теперь иди вниз. Да я понял уже. Блин. Вот. Боже, это просто смешно. Эта игра прям такая. Троид. Угу. С одной стороны легко, изи. Ну чё вы такие глупые? Промах, блин. Кровожадность. Здесь уже бить. Никак. Полуночный. Полуночный. Почему они от тебя убегают? Ты у меня особенный, и сегодня твой день рождения, да? А я не знал. Вот представьте себе, у меня сегодня день рождения. Вот поздравьте. Я бы очень кому-то отрубил. Ну, бывает. Бывает же, ну поздравьте человека нормального. Чего он пугается? Да это же изи. Изи уровень. Ну блин, ну все, последняя девочка. Амар, как мне попасть? Куда нажимать? Чтобы Было. Попал. Попал. Второй раз. Я второй раз попал. Круто. Куда действовать? Мне кровожадность. Блин, я убиваю геев. Ты серьезно? Да, реально, они стоят вместе. Да не, это просто друзья. Запомни, Джейсон, если нужно будет помочь, сразу же проси меня. Проси у меня подсказку, да? Ну да, я ж такой тупой в твоих мечтах.
сейчас будет опять какой-то глупый. Очень легкий. Вариант, да, и зайти. Я не сделаю. Я хочу сюда прийти. Ты сделаешь? А-а-а, я понял. Сейчас. Да блин, как на блок отходить? Иди сюда. Не стесняйся искать обходные пути, Джейсон. Вот это подсказка! Вот это ты умная, поднимись, мать! Поднимись ниже. Поднимись ниже, пацан. О, капец, ты умный! Ты реально здесь издеваешься. Иди сюда, брат. Да иди сюда, ты. Как? Вниз. Как он ее... Вот, ты издеваешься, ты пару секунд назад это сделал. Что здесь? Вперед, и теперь вперед. Ты издеваешься. Вперед. Теперь туда. Туда. Теперь вниз. Вниз. Теперь туда. А теперь вверх. Ну что я? Ты под жопу дал. Я здесь профессионал. Да? Я здесь профессионал? Давайте уже доиграем еще минуточку. Видишь, как они боятся, видели вида крови. Убей их, Джейсон, за маму, за папу покушай и за Жорика. Жорика-мажорика. Вы серьезно? Я всегда попадаю, я что, про? Попал. Амара, я опять попал. О, 300! Знаешь, что это значит? Чтобы увели... Что? Ого. Чтобы увеличить ярость и получить бонус кровожадности, посмотрите рекламу, совершите любую покупку. Да идите вы! Мамочка великая. Так, мерзкие никчемные туристы. Как они смеют обижать моего золотого мальчика? Я в норме, ма. Вот это он в норме. Так, Прям таки в норме. О, какая шутка. Маршрут говоришь. Ничего. Просто сказал, какая шутка. Ребят, я тут подумал, может на этом как раз закончим? Сейчас. Теперь надо сюда. Вот так. И здороваемся с ними. Так. Да. Так. И я опять попаду. Вот 100%. Блин, промах. В этот раз промах. Ладно. Ничего. Чтобы увеличить ярость, нет. Ну все, ребят. Всем пока. С вами был Титан Минти и Минти 43. Мы закончим на том, то, что не балуйся возле озера, Джейсон. Ты не очень хорошо плаваешь. Да, я не знаю. На тебе. Да ладно. Ну все, давайте. Да, пока, все, ребят. Пока. Ой, сейчас добьем уже. Ой, я сдох. Ну все, ребят. С вами был Титан и Минти 43. Всем пока. Встретимся по...